Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Более 1500 российских дронов поставили на учет. С 27 сентября подлежат учету беспилотники весом от 250 грамм до 30 килограмм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Росавиации. 3197 почтовых отправлений о регистрации оборудования приняла Росавиация с 27 сентября. На учет поставили 1500 беспилотников. Начальник управления безопасности полетов Росавиации Сергей Мастеров рассказал, что в России сейчас около 500 000 дронов. Заявку необходимо подать в течение 10 дней с момента покупки. За незаконное использование техники предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей. Уточняется, что 31 дрон зарегистрирован не был. На этом пока все. Еще больше свежих новостей читайте на сайте mymsk.online. До скорого!